Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Это будет следующий обзор моей клумбы. Скоро зацветут пионы. Посмотрите, какая гортензия массивная, большая такая. Вот. Ну вот, поубирала безвременники, и сейчас смотрится так. Подсадили сюда очиток ангелина. Вот. И смотрится у меня так. Здесь мы тоже пересадили. Но пока не буду показывать сильно близко, потому что розы плохо переносят пересадку. Как отойдет все, тогда я вам уже близко покажу. Скоро зацветет гвоздика травянка. Мне нравится такое сочетание. Посмотрите, какая волжаночка. Скоро зацветет волжанка. Ну, может, через неделю, может, через полторы. Нехватка воды. Скоро зацветет роза. Это у нас Барбарис Мария. Там вон маленькая, маленький росточек из семян. Здесь цветут пионы ранние. Вот такие красавцы. Вот. Извиняюсь, не убрала лопату. Пересаживали здесь кое-что. Погода пока позволяет. Здесь еще надо кое-где досадить. Вот посмотрите, хочу вам показать, вот какие розы. И вот она розочка, ой, розы, лилии, какие уже большие, да. И вот маленькая, вот она маленькая, лилия лезет. Вот. Ну и так смотрится. Здесь тоже потихоньку, помаленьку убираем все. И хочу вам сразу же показать. Я получила игрушку садовую. Вот такую лягушку. Посмотрите, какая красота садовая. Очень красивая лягушка. Алена и Вадим. Вадим большой. Тебе спасибо за эту красоту. Мне очень нравится. Ну, здесь так маленько захватим. Здесь тоже цветут пионы. Всем желаю крепкого здоровья, хорошей, теплой и солнечной погоды. Всем всего доброго и до свидания. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.